разрешил взять телефонную трубку у взрослых? Разве вы не знаете, что разговаривать с посторонними по телефону без взрослых нельзя? Безобразие! Кстати, забыл представиться. Это все из-за вас. Я крыс Борис. Самый осторожный крыс на всем белом свете. Ну-ка, доложите мне немедленно. Кто еще не знает секреты домашних осторожек? Что, опять котята? Это опять капля, абрикосик и шустрик? Позовите их сюда немедленно. Вызвать их сюда. Мы их сейчас научим секретам домашних осторожек. А заодно устроим для них небольшой экзамен. Лапы, уши, хвост трубой. Осторожки мы с тобой. Осторожность не беда, выручает нас она. Это кто же к нам пришел? Спасатели? Кошки-осторожки? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, вы решили помочь неразумным котятам, которые попали в опасную ситуацию? Да. Да. О, вы что, смелые? Да. Каждый из вас должен отгадать мою домашнюю осторожку. Но если кто-то из вас не справится с ней, тот останется у меня в сырном царстве изучать домашние осторожки. Страшно вам? Нет. Нет. Ладно, с абрикосика начнем. Абрикосик, иди сюда, а вы садитесь пока. Слушай мою домашнюю осторожку. Посмотрим, какой ответ ты выберешь. Если я друзей увижу, то окошко распахну. Что-нибудь им громко крикну или чем-нибудь махну. Лягу я еще потом на подоконник животом. О чем? Пока еще не знаю. С друзьями поболтаю. Из окна кричать друзьям неприлично даже. И внимание привлекать, как на распродаже. А еще должны все знать, нельзя на окна залезать. А причина тут одна, можно выпасть из окна. Выбираю там, где он говорил, что нельзя выпрыгивать из окна. А и кричать неприлично. О, какой ты мудрый котенок. А еще ты думаешь, почему же так нельзя? Что же может случиться с котенком? Если ты выпрыгнешь из окна, можешь что-то себе повредить. Какой разумный котенок! Он просто нуждается в награде. Ой, как он меня порадовал. Спасибо. Так он еще и вежливый котенок. Ну, просто хочется похлопать ему в ладоши. Ура! Садись на место, садись. Хороший котенок, осторожный. Следующее задание для Шустрика. Шустрик, выходи сюда. Шустрик, ты готов отвечать на мои домашние осторожки? Да. Посмотри на мой волшебный экранчик и выбери из двух мультиков один правильный. Надо быть гостеприимным к людям, даже незнакомым. Может, это просто мастер по ремонту домофонов? Ну и что, что мастер в маске? Просто пыльная работа. Запусти его в квартиру, прояви о нем заботу. Пока родителей нет дома, чужих людей нельзя впускать. Порой непрошенных гостей потом непросто отыскать. Назваться могут кем угодно, имея цель проникнуть в дом. И после этого визита вдруг пропадают вещи в нем. Чтоб самому не пострадать, не стоит двери открывать. Ну, что ты думаешь, котенок Шустрик? Первый ответ. Надо быть гостеприимным. Гостеприимным? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же ты не прав, гостеприимный ты наш. Это же неправильный ответ. Разве можно запускать в дом посторонних, даже если они назовутся папиными друзьями, когда взрослых нет дома? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ты не справился с моей домашней осторожкой? Заключите его под стражу в наш волшебный чуланчик. Надо быть очень внимательными.
потому что можно попасть в большую беду. Продолжим наши домашние осторожки. Капля. Давай. Слушай мою домашнюю осторожку. Я не прочь поговорить. Телефонный нынче век. Собеседник телефоны. Он же тоже человек. Если взрослых нету дома, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, быстро трубку положи. Второй. Они могут узнать твой адрес и зайти в квартиру твою. Как разумно! А скажи мне, пожалуйста, если ты один дома, а взрослых дома нет, можно разговаривать? Нет. Только со своим папой и только со своей мамой. Ну какой умный! Умненький, разумненький у нас котенок Капелька. Молодец! Так, что у нас в итоге? Абрикосик и Капля свободны. Они могут поменять свои кусочки сыра на обратные билетики. Поближе подойдите ко мне, берите свои кусочки сыра и меняйте их на обратные билетики. Мы не пойдем обратно. Что такое? Да. Что это за бунт? Мы спасем. Чем? Кого вы собрались спасать? Шустрика! Что такое? Шустрик ошибся. И пусть сам учит свои домашние осторожки. А вы идите домой. Нет. Мы не бросим друга. Да. Друзей, потому что не бросают. О как! Вот до чего! Это что же вы настоящие друзья? Да. Да. Ладно, я дам вам один шанс. Но если вы не отгадаете мою осторожку, тогда вы все втроем останетесь в моем сырном царстве изучать мои домашние осторожки. Вы согласны? Да. Да. И не боитесь? Нет. Нет. Внести сюда волшебную книгу. Посмотрите внимательно на мою волшебную веревочку. Вам нужно решить, кого из этих людей можно впустить в дом, если ты один дома. Поняли задание? Да. Почему вы выбрали этот портрет? Потому что мама, она родной человек. О, какой замечательный котенок! А ты что думаешь, Абрикосик? Я думаю, что тоже надо впускать маму, потому что она не будет забирать вещи, как чужой человек. Другие люди, они могут у тебя украсть все вещи. Они, например, зайдут, а с ним еще кто-то зайдет. Они пока разговаривают, другой человек все вещи крадет. Ну, не знаю, посмотрите, ведь тут нарисован, например, доктор. Разве доктора нельзя впустить домой? Так это же может быть бандит. Бандит переодетый в доктора. Переодетый в доктора бандит? Так бандиты всегда делают. Да ты что? А вот смотри, друг Сережа, вон там он у нас есть. Друг-то. Почему друга не пустить? Потому что когда ты один дома, нельзя никого впускать. Ой-ой-ой, ну подумайте, какие разумные котята. Ладно, молодцы. Вот прям с первым заданием справились. Прям хвалю я вас. Вот вы выбрали портрет мамы. А вот как еще можно узнать, что пришла именно мама, что именно она в домик постучала? Если у тебя есть специальная дырочка на двери, можно в нее посмотреть. Чужой человек нельзя открывать. В глазик. В глазик, в глазок, значит, можно посмотреть. Разумно. А если нет глазка? Можно спросить, кто там. И что тебе ответят? Ты думаешь, что маму можно узнать по голосу? Ну, нет. Но кто-то может специально изменить голос. Действительно, мне кажется, что я даже читал такую сказку, в которой один разбойник изменил свой голос. Как же она называется-то, эта сказка? «Волк и семеро козлят». А ты не помнишь, как звали этого разбойника? Это волк. Правильно. И я предлагаю вам составить фоторобот этого опасного преступника. Вы готовы? Да, да, готовы. Приступайте. Нам надо искать верх.
часть с глазом. Вот, приклеивай. Дай сюда, я хорошо разбираюсь. Шустренько обрезай. Видишь, как быстро. Все. Ну что, котята, справились с заданием? Да. Вы правильно составили фоторобот преступника. А кто умеет читать, что написано? Особо опасен. Особо опасен. Поэтому не забывайте держать дверь под замком. Запомнили? Да. Ну что ж, вручить настоящим спасателям дипломы кошек-осторожек, дипломы спасателей, чтобы они не забывали о том, что всегда надо помогать товарищам. Спасибо. Ну что, вы довольны, кошки-осторожки? Осторожки, просто класс! Победи, попробуй нас! Мяу! Ну что ж, кошки-осторожки, настоящие спасатели, отправляйтесь домой! Ура! И не забывайте, осторожек, крыса Бориса.